фармацевты, так же, как и врачи, по 24 часа в сутки трудились в средствах индивидуальной защиты. Им было так же тяжело, как и врачам. И сегодня они получили благодарственные письма за свой самоотверженный труд. Конечно, нам, может быть, не так тяжело было, как медикам, которые работают в красных зонах. Там. Но к нам тоже шли покупатели, которые были обеспокоены этой ситуацией, были в нервозном таком состоянии, потому что вначале не хватало масок, каких-то препаратов.